Рано или поздно каждый может столкнуться с заменой амортизатора или пружины, или пыльников амортизатора. Хочу показать, как это делаю я. Это не руководство по ремонту. Каждый может делать, как он хочет. Пружины и амортизаторы я менял где-то, если не ошибаюсь, лет 7 назад, наверное. Есть у меня предчувствие, что лопнула пружина, хотя особых тяжестей я не возил. Но буду надеяться, что я ошибся. Для начала надо снять колесо и снять вот эту пластиковую часть, чтобы добраться к амортизатору. Если это пружина, то, скорее всего, придется покупать полностью комплект. Ну, то есть на обе стороны. Так, поднимаем, откручиваем колесо. Так, снял колесо. Предварительно, если посмотреть, видно, что пыльник уже рассыпался в труху. Значит, надо заказывать пыльник. Наверное, два. На ту сторону тоже. Так, теперь надо сорвать этот болт. Сорваем болт. Откручивается все. Прекрасно. И идем наверх, снимаем пластиковую защиту. Так, теперь, если я не ошибаюсь, надо снять этот пластик. Там будет крепление стойки. Вот эту часть я отверткой выковырил. И дальше все, вот эта вот часть снимается. Дальше нужно вот этот вот винт открутить. Вот здесь, вот здесь. Вот здесь и вот здесь два. И снимаем облицовку. Вытаскиваем облицовку. Откручиваем вот этот винт еще. Так, теперь это можно задвинуть в сторону. Откручиваем ремень безопасности. Вон болт. Вот. И снимаем эту штуку. Теперь откручиваем вот эти гайки, винты с обоих сторон. Вот открутил два болта и две гайки. И она спокойно отсюда вынимается. Вот так. Все очень просто. Единственное неудобство, вот этот пластик доставляет. Аккуратно надо, чтобы его не сломать. Теперь тут все откручено. Откручиваем болт, крепящий амортизатор, и вынимаем его. Потом монтажкой подковырнуть, и стойка выйдет из зацепления. Все, можно доставать амортизатор. Так, дальше что? Стойка у нас откручена. Тут болт откручен. Теперь как, мне снимать неудобно одной рукой? Одной рукой надо держать стойку, второй рукой надавливаем на барабан тормозной и вынимаем ее наружу. Ну вот и все, вот стойка наружу. В принципе, вот эту часть не обязательно полностью снимать. Стойка держится всего лишь вот на двух болтах. Но я решил снять полностью. Теперь кому что надо. Вот таким образом меняется сам амортизатор, пружина, пыльники, без разницы. Если нужно все разобрать, ставим стяжки пружин с обоих сторон. Может такие, может другие.
и сжимаем пружину. Вот так сжимаем, все это он ослабляется, откручиваем гайку, и все это выйдет из пружины. Все, что нужно, меняем, потом отпускаем стяжки и ставим на место все в обратном порядке. Прежде чем ставить стойку на место, я обычно это место все очищаю и обмазываю солидолом или какой-нибудь там литолом, смазкой, чтобы не ржавело. Обязательно подпишитесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!